Всем хорошего дня и отличного настроения. Сегодня мы с вами научимся делать розу из бисера. Для этого нам понадобятся следующие материалы. Бисер чешского производства, 10 номер, основного цвета, в данном случае это белый с перламутром, 100 грамм. Бисер номер 10 чешского производства, дополнительного цвета, в данном случае это синий цвет с блестками, для окантовки лепестков и для листиков. Два размера проволоки серебряного цвета. Одна проволока 0,4 мм для плетения самих листиков и лепестков. И проволока 0,5 мм для осей. Также нам понадобится толстая проволока. Либо какой-то стержень, либо спица. В зависимости от того, что у вас есть. Несгибаемая, очень твердая, для того, чтобы мы смогли сформировать плотный стебель, который не будет прогибаться под тяжестью нашей розочки. Также нам понадобится линейка, два цвета ниток для обмотки нашего стебля. Вы можете выбрать либо нитки контрастных цветов, либо нитки однотонные, нитки мулине, серебряные, золотистые, какие угодно нитки, либо флористическую ленту, в зависимости от того, что есть у вас в наличии и что, по вашему мнению, подойдет к дизайну вашей розочки. Также нам понадобятся маленькие кусачки для того, чтобы обрезать проволоку. Маленькие плоскогубцы для того, чтобы загибать лишнюю проволоку на кончиках цветков. Большие кусачки для того, чтобы обрезать толстую проволоку. Ножницы и клей-момент для фиксации ниток. Итак, для начала работы мы набираем бисер основного цвета, в данном случае белый, на рабочую проволоку 4 мм. Бисер набираем сразу в большом количестве, чтобы потом не тратить на это время, где-то 3-4 метра. И набранный бисер наматываем на катушку для удобства работы. После набора бисера откладываем его в сторону. Берем проволочку диаметром 5 миллиметров, отмеряем на ней отрезок с помощью линейки, отрезок в 15 сантиметров. Это будет наша ось. Отрезаем кусачками проволоку. Проволоку в 5 миллиметров откладываем. Это будет ось, на которой мы будем плести наш лепесток. Отступив от верха примерно 3-4 сантиметра, берем рабочую проволоку, оставляем окончание где-то 5 сантиметров, прикладываем к основанию крест-накрест, после чего верхушка 3 сантиметра рабочей проволоки у нас остается нетронутой, нижние два кончика этих проволок мы должны скрутить в скрутку. Еще раз, вот у нас получается крестик. Мы начинаем так скручивать две проволочки. Верхнюю часть крепко зажимаем между двух пальчиков, а нижнюю часть просто перекручиваем между собой. Скрутку делаем длиной где-то 2-3 сантиметра, приглаживаем. У нас получилась вот такая конструкция. Рабочая проволока у нас находится с левой стороны, после чего на рабочую ось мы набираем бисер. Рабочий бисер в количестве 4 бисеринок.
вот таким образом, после чего бисер с основной проволоки придвигаем к началу. Дальше у нас лепесток будет оформляться в технике плетения дугами. Вот эти 4 бисеринки – это у нас основание, рабочая проволока будет формировать дуги. Отмеряем пальчиком столько бисера, чтобы он вплотную прилегал к рабочей проволоке. Не оставлял места. Вот таким образом. Получается у нас что-то вроде дуги. После чего под углом 90 градусов рабочую проволоку и ось. Рабочую проволоку мы кладем наверх, поверх оси, вот сверху. Делаем один оборот. Так. Таким образом мы закрепили дугу. Выравниваем немножко бисер. Придвигаем еще немного бисера. Формируем следующую дугу уже к основанию. Точно так же поверх рабочей проволоки делаем оборот. Все дуги делаем с одним оборотом. Получается вот такая вот штучка. Снова придвигаем бисер по рабочей проволоке. Делаем следующий оборот. Смотрим, сколько бисера нам нужно, чтобы он вплотную прилегал к оси, чтобы не было пропусков, не было лишних бисеринок, иначе будет провисание дуги. И снова делаем один оборот. Прикладываем бисер к основанию вплотную. Делаем один оборот. Таким образом, нам нужно будет с вами выполнить 5 пар дуг. То есть в данном случае на сейчас у нас 2 дуги с одной стороны, 2 дуги с другой стороны. Всего должно быть по 5 дуг с каждой стороны. Обязательно смотрим, чтобы дуги лежали ровно. То есть, если вы в этой дуге сделаете меньше бисера, она будет топорщиться и не будет лежать ровно по окружности. Если вы возьмете больше бисера, соответственно, здесь не будет плотного прилегания между дугами, будет провисание. Этого нам не нужно. Таким образом формируем необходимое количество дуг. Итак, у нас получилось в нашем лепестке 5 пар дуг. Смотрим основание. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь рабочую проволоку мы точно так же с нашим стеблем скручиваем. И отрезаем где-то на расстоянии 2-3 сантиметров. Итого в стебле у нас получилось 3 проволочки. Приглаживаем их. Такая у нас получилась изнанка. На ней видны все наши вот эти обороты, которыми мы фиксировали дуги. И сверху у нас остался кусочек рабочей проволоки. Если мы его просто откусим кусачками, соответственно, все наши бисеринки развалятся. Для этого мы переворачиваем лепесток наизнанку. Берем кусачки. Оставляем примерно 2-3 мм расстояния
и откусываем осевую проволоку. Далее маленькими плоскогубцами вот этот вот маленький кусочек 2-3 мм мы загибаем наизнанку. Загибаем и хорошенечко его прижимаем. Старайтесь не повредить бисер, но тем не менее прижать эту проволочку очень хорошо, для того, чтобы наш лепесток не развалился. Получилась у нас вот такая петелька. Собственно, на данном этапе лепесток наш готов. Таких лепестков нам необходимо сплести 3 штучки. Для второго ряда лепестков мы точно так же на осевую проволоку длиной 15 сантиметров набрали 5 белых бисерин, сделали скрутку осевой проволоки и основной проволоки и начинаем плетение лепестков по схеме первых 3 маленьких листиков, то есть плетем по кругу под углом 90 градусов, дуги укладываем поверх осевой проволоки. Итак, так же как в первых лепестках, мы сплели 4 дуги под углом 90 градусов, за счет чего наш лепесток имеет достаточно округлую форму. Для того, чтобы заострить окончание лепестка, мы будем плести дуги под острыми углами. Для этого в основании лепестка мы точно так же продолжаем оформлять дугу под углом 90 градусов и укладывать рабочую проволоку поверх основной. А в вершине лепестка рабочую проволоку укладываем не поверх основной, а заводим под нее. Заводим под проволоку. Одной бисеринки нам не хватило. Так, заводим под проволоку и формируем острый угол. Для этого мы прикладываем проволоку рабочую не перпендикулярно основной, а наискосок, то есть под острым углом. Точно так же делаем один оборот. За счет того, что мы приложили проволоку под острым углом, у нас получается такой небольшой изгиб, который в дальнейшем приведет к тому, что наш лепесток будет заострен. Продолжаем плести так 5 рядов. Внизу в основании лепестка делаем оборот под углом 90 градусов, то есть оставляем округлое основание. В вершине прикладываем, заводим проволоку за основную, прикладываем под острым углом и немножко наискосок делаем оборот и продолжаем плетение. Таким образом нам надо сплести 5 рядов с каждой стороны. Итак, если мы возьмем первоначальный маленький листик, мы увидим, что по сравнению с нашим листиком второго ряда, первый листик был полностью круглый, второй листик у нас заострен на верхушках. В дальнейшем при формировании бутона это заострение будет более выраженное. Ну, примерно вот так. Пока что мы оставляем ровный листик. За счет того, что часть рядов, а именно 5 рядов верхних, у нас были выполнены заводом проволоки за основную, а не поверх основной, часть петель у нас с этой стороны оказались видными, то есть это изнаночные петли, которые у нас появились снаружи. При этом с изнанки верхняя часть у нас гладкая, петли невидимы. Так и должно быть, потому что в дальнейшем при формировании листика вот эти вот изнаночные петли, которые нам сейчас видны, они будут спрятаны в чашечку.
Таких листиков нам нужно сплести 3 штучки. Теперь мы приступаем к формированию лепестков третьего ряда. Лепестки третьего ряда плетутся по той же схеме, что лепестки второго ряда, то есть с загибом 90 градусов у основания и загибом под острым углом на кончиках лепестков. Данные лепестки плетутся на 4 бисерины в основании. Первые 5 рядов дуг мы делаем круглыми, то есть 90 градусов загиб внизу, 90 градусов загиб наверху. И оставшиеся 5 рядов мы плетем с острым окончанием. 90 градусов загиб внизу и острый угол загибается поверху. Далее свободной проволокой замеряем примерное количество проволоки, которая у нас уходит на одну дугу. К этому количеству проволоки прибавляем где-то 4-5 сантиметров и кусачками отрезаем. Чтобы у нас бисер не рассыпался, делаем петельку, белый бисер откладываем. Далее на свободный конец оставшейся проволоки набираем контрастный бисер в таком количестве, чтобы его хватило на один оборот. Итак, мы набрали синий контрастный бисер и завершаем наши дуги, делаем последний ряд в том же самом порядке. На всякий случай на кончике мы сделаем небольшую петельку для того, чтобы бисер у нас не рассыпался. Последний ряд тоже делаем с острым кончиком. Так, наш лепесток готов. Таких лепестков нам необходимо сплести также 3 штучки. Для лепестков четвертого ряда мы будем делать листики на двух осевых проволоках. Для этого вместо одной осевой проволоки мы взяли 2, сделали скрутку с рабочей проволокой. Рабочая проволока у нас находится с левой стороны, как обычно. Только теперь сверху у нас вместо одной осевой проволоки 2 уголка. На один кончик мы надеваем одну бисеринку, на второй кончик мы надеваем 2 бисеринки. И работаем также с дугами под углом 90 градусов. Сначала к осевой проволоке, на которой у нас набрана одна бисеринка, мы прикручиваем под углом 90 градусов рабочую проволоку. Набираем 3 бисеринки, передвигаем ко второму уголку осевой проволоки и точно так же делаем оборот 90 градусов. Передвигаем бисер, прикладываем основанию лепестка и опять под 90 градусов делаем оборот. Таким образом нам нужно проплести 8 рядов, делая перпендикулярные обороты с проволокой рабочей поверх осевой. Итак, мы проплели 8 рядов. А далее следующие 5 рядов мы плетем, формируя изнаночные петли в этих двух вершинах осевой проволоки. То есть плетем таким образом, чтобы рабочая проволока у нас ложилась не поверх осевой, а уходила под нее. При этом формировать в этих углах окончание лепестка можете какие угодно. То есть либо под углом 90 градусов, тогда будут такие же округлые лепестки, либо под острым углом, тогда лепестки будут заостренные. Это на ваш выбор, не принципиально. Я буду формировать лепестки под углом 90 градусов. Для этого мы прикладываем бисер, проверяем, нет ли лишнего, не будет ли провисания, заводим рабочую проволоку под осевую проволоку, делаем оборот, в моем случае под 90 градусов,
Вкладываем бисер, заводим проволоку под осевую, делаем оборот. Вкладываем бисер. В основании точно так же оставляем проволоку поверх осевой. То есть здесь не нужно, как в вершинах, заводить ее под низ. Продолжаем плетение 5 рядов. Так, мы закончили последние 5 рядов данного лепестка. Последний ряд мы проплели контрастным голубым бисером. Таких лепестков нам нужно сплести тоже 3 штучки. Итак, все наши листики готовы. Сейчас мы начинаем формировать сам цветок. Для начала берем листики первого ряда, которые у нас были самыми маленькими. На этих листиках загибаем под углом 90 градусов нашу скрученную проволоку. Далее с помощью карандаша или любой ручки, в данном случае я взяла плоскогубцы, изнаночной стороной накладываем на выпуклую поверхность и рукой обжимаем ее. У нас получается вот такая чашечка. Соответственно, таких чашечек у нас получилось 3 штучки. Откладываем. Листики второго ряда, которые у нас были вот такие плоские, похожие на обычные листья. С помощью нашего пальца берем, вкладываем пальчик в серединку изнанки, то есть лицевая сторона у нас остается снаружи, на изнанку вкладываем пальчик, вдавливаем и формируем вокруг пальца вот такой листок, что-то вроде чашечки. Верхушку этой чашечки отгибаем наружу. Сгибаем наружу и дальше немножко ручками выравниваем все ряды бисера, чтобы лепесток у нас был ровный и красивый. Таких листиков у нас тоже 3. Далее мы берем основу нашего стебля. В данном случае это вот такой толстый, несгибаемый прут серого цвета. Вокруг него будем формировать наш цветок. Берем первые 3 листика. Проволокой к себе. И вкладываем один в другой. Проволокой в левую сторону. То есть вот так располагаем. Проволока слева, проволока слева. Берем листик, второй листик, вкладываем в него. Третий листик вкладываем во второй. Тут у нас получается вот такой бутончик. Берем нашу проволоку. Вставляем в бутончик. Далее мы берем нить, мулине, флористическая лента, все, что у вас есть. Но в данном случае у нас нитка. Складываем ее, небольшой кончик, складываем ее пополам, оборачиваем вокруг проволоки, протаскиваем катушку. И затягиваем узелок. Как
Короткий кончик у нас остается внизу, а основная рабочая нить у нас идет от катушки. Начинаем приматывать довольно плотно наши листики к проволоке. Ну, делаем где-то 10-15 витков, чтобы проволока привинтилась. Пока мы видим, что здесь остаются зазоры, ничего страшного, потом мы все это уберем. Далее мы берем листики второго ряда. Прикладываем их к тем местам, где у нас видна проволока, то есть где у нас есть стыки предыдущих листиков. То есть вот у нас стык, сюда мы кладем листик. Кладем так, чтобы загиб начинался примерно там, где у нас бутончик. Таким же образом продолжаем приматывать все остальные листики. Вот мы примотали листики третьего ряда, у нас получился вот такой бутончик. В качестве чашелистиков у нашей розы будут три вот таких листочка. Для их плетения мы на основную ось набираем 6 сантиметров синего бисера. С рабочей проволокой прикладываем бисер, так же как плетем дугами, только ровно, чтобы не было никаких промежутков между основной осью и рабочей проволокой. Прикладываем бисер. Делаем один оборот под углом 90 градусов. Вторую полосочку прикладываем точно так же ровно, чтобы у нас не было промежутков. Делаем оборот под 90 градусов. В итоге у нас получаются такие три одинаковых ровных линий. Далее подтягиваем бисер. Берем линеечку и на расстоянии примерно 2 сантиметра от вершины запоминаем бусинку. И в этом месте делаем пересечение бисера. Отодвигаем ненужный бисер. Отодвигаем рабочую полоску. И протягиваем проволоку. Точно так же под углом 90 градусов фиксируем, делаем еще один оборот. Протягиваем проволоку. Возвращаем линии на место. И в обратном порядке возвращаемся к основанию. И фиксируем здесь проволоку под углом 90 градусов. Так, три листика у нас готовы.
3 наших листика мы берем таким образом, чтобы скрутка оставалась внутри. Немножко изгибаем в форме чашечки. Берем нашу собранную розу. И прикладываем наши листики вместо стыка. Итак, листики и лепестки у нас все примотаны к нашему основанию. Далее мы берем синюю нитку, фиксируем ее снизу, делаем пару оборотов и далее работаем двойной нитью. Двойной нитью, белой плюс синюю. Обматываем плотно, держа проволоку так, чтобы стебель был однородным и ровным. И обматываем таким образом, чтобы проволока у нас не была видна. Так, после того, как мы обмотали весь наш ствол ниточками, обрезаем кусачками в нужном месте до нужной длины. В моем случае розочка получилась короткая, потому что она предназначена для специальной вазочки. Вы делаете такой стебель, какой вам нужен, обрезаете кончик кусачками и окончание обмотки фиксируете клеем момент. То есть капаете капельку, растираете ее по окружности, ждете, когда высохнет нитка, обрезаете ненужную часть, и у нас получается такой аккуратный, ровненький ствол. В принципе, вот наша розочка готова. Я еще отгибаю вот эти лепесточки, немножко проверяю, что мне тут нравится, не нравится. Где-то можно еще подогнуть, отогнуть. В общем-то, на этом наша роза готова. Можно ставить ее в вазочку.